Есть хорошая традиция – конкурсы профессионального мастерства. На швейной фабрике города Советское Калининградской области такие соревнования проводятся регулярно. Наряду с опытными швеями в них принимают участие совсем молодые работницы. Ежегодно на фабрику приходит более 200 выпускниц профессионально-технических училищ. Естественно, у девушек не сразу все получается. Поэтому обучить их секретам мастерства, познакомить с передовыми методами труда – главная задача коллектива фабрики. При подведении итогов конкурса жюри отмечает не только быстроту и качество выполнения задания. Поощряются участницы, освоившие и применившие большее число смежных операций. Конкурсы профессионального мастерства помогают шире пропагандировать накопленные достижения. На фабрике, например, для молодежи организованы занятия по специальным программам, которые ведут опытные наставники. Работать без отстающих. Этот девиз ростовчан подхватил коллектив фабрики. Ведь это один из тех починов, о которых на ноябрьском пленуме ЦК партии Леонид Ильич Брежнев сказал: «Нам нужны деловые, действительно идущие из гущей масс инициативы, способные зажечь, вдохновить миллионы людей».